Сразу 4 дома сгорели в Алматинской области. Крупный пожар, к счастью, обошелся без жертв, но в его тушении принимали участие почти все жители села. Все подробности у Динмухамеда Каликулова. Эти кадры были сняты сразу после начала пожара. Огонь очень быстро перекидывался с крыши на крышу, и казалось, что вскоре он охватит все село. Сюда сбежались почти все жители. Несколько сотен человек по цепочке, передавая ведра с водой, тушили пожар. Как утверждают жители близлежащих домов, очаг возгорания находился в этом здании, где собирают мебель. Как мы видим, здесь все еще тлеет ДСП. По словам людей, мебельный цех проработал здесь целых 2 года. Около 20 человек трудились здесь с утра и до позднего вечера. Жалобы местным властям не давали никаких результатов. Здесь пожар начался, вот эти соседи, там был мебельный цех, они это теперь отрицают. Какая-то проводка замыкания была, оказывается. Как следует из официального сообщения комитета по ЧС, пожарные расчеты потеряли много времени из-за автомобильной пробки на Талгарской трассе. Тем временем пострадавшим жителям местные власти привезли продукты питания и предложили временный кров в общежитии. Это около 1,5 миллиона тенге мы окажем помощь пострадавшим семьям. За каждым пострадавшим домом закреплено конкретные сельские округа и сотрудники акимата, которые будут помогать разгребать всю грязь, весь мусор. Для установления причин возникновения пожара на месте ЧП будет работать испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Динмухамед Каликулов, Эдуард Кон, Алматинская область, Хабар 24.